Всем привет! С вами канал Мультипланет, и я Маша Акаситера. И сейчас мы играем в игру по мотивам и мультиков, и игры Angry Birds Злобные Птички. Спасение любимой называется игра. И как всегда вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И вот у нас первый уровень. Так. Должен наш красный злобный птиц защитить свою любимую розовую Пинки. И надо отогнать от нее свинюх, поросюх. И вот так вот у нас теперь тут преграда. Вот летающий шар, который нас пытается остановить. О-о-о. Так. Опа. Ой, не долетели. Давайте еще раз попробуем. Ага, даже так. Ну-ка. Оба, одного мы сбили. Опять мы в самый угол откатились. Ну-ка, второго. Оп, и второго сбили. Ага. Так. И третьего мы молодцы. Правда, не уложились мы немножко во время. Но бежим вперед. Ух ты. А тут у нас порталы. Ура! И мы быстро прошли, переходим к пятому уровню. Нужно всех хрюшек этих убрать. А то что они. Ой! Нет, не падай! Так, а как же сделать там? Оп! Оп! Ну, почти. Оп, оп, оп. Ура! У нас получилось. Мы их опять прогнали. Так. И падение. Ну-ка, падай, падай. Так. Ой, не вышло. Давайте еще раз. Вот так. Должно получиться. И ура! Вперед к следующему уровню. Ой. Тут надо аккуратно как-то очень перелететь. Хм. Как-то ящики немножко, ну совсем немножко мешаются. Давайте еще раз попробуем. Ага, получилось. Нет, не получилось. Ну-ка, может ящики можно столкнуть на них? Давайте еще раз. Оп. Ура! Так, правильно, правильно мыслим. Опа! И мы ящиками забили всех свинюшек. Так, а теперь нам надо то же самое сделать. Оп! Ой, не долетели. Так. Ой-ой-ой, что-то недолеты такие. Да что ж такое? Давай, Гуля, старайся. Не в ту сторону. А-а-а! О, зато мы теперь можем попытаться. Что ж такое? Не-не-не! Я не это имела в виду. А, почти получилось! Чуть-чуть не долетели. Эх, а так мы никогда не сможем долететь. Как же так, как же так? Эх, внизу. Так, сейчас будет финт ушами. Так, прошу прощения за вот это. Смотрите, опа! И одного мы уничтожили.
И второго тоже. И вот так вот мы прошли на следующий уровень. Ого! Интересно, в какой портал сначала надо прыгнуть? Давайте попробуем в этот. Опа! Ура! И это мы прошли уровень. Ого! Так. Ну-ка, получится. Не вышло. Ну-ка, так. Давай. Опа! Ура! Мы прошли, уничтожили свинку. Ну вот. Опять препятствие. Взлетай. Уху! Ну-ка. Нет, не падай вниз только. Так, ты вниз опускайся. Жуткий железный шар. И... оба. Нет, не падай. Да что ж ты такое сделал? Оп, прыгаем сюда сначала. Запрыгиваем обратно на эту площадку. И нам надо туда допрыгнуть. Летим! Опа! Да что ж ты падаешь-то вниз постоянно? Глупая птица. Так, ну куда ты укатился? Эх ты, бестолковая гуля. Так. Вверх. Летим. Нет, стой. Ну. Недолет. Так. Оба. Все, стой. Фу. Ну что ж, попытка. Стой. Фу. Опа. Нет. Ну что ж ты упал? Так, ждем. Прыжок. Не падай. Ты шутишь, что ли? Прыжок. Нельзя падать. Вот там и останься. Не падай. Так. И оп, наверх. Не падай. Ура! Все уничтожили, конечно, заняло это много времени, но вы шутите. И что тут делать надо? Ясно. Вот так вот все сделали. С тобой что делать? Столкнуть, надеюсь, просто. Ура! И этот уровень мы прошли. Ого, у нас целых две гуля. Ой, не вышло. Стой. Так, одного мы забили, а ты не падай. Ура, не упал, молодец, так держать. Оба, и второго мы смогли только одной гулей спихнуть. И вперед. Так, тут нам надо взрывчатку сбить. Ой. Недолет. Так, давайте заново-ка начнем. Тут опять небольшой финт ушами надо немножко опустить. Прошу прощения. И вот так вот сделать.
Что-то не то? Да, что-то не то было. Давайте заново начнем. Так. Ага, вот так вот. Ну, давай, пдыщ, пдыщ, квабанга. Так, сперму. Получилось. А, со вторым не получилось. Придется заново начать. Так, этот спихнули. Тут мы должны отпрыгнуть чуть-чуть, чтобы надо было чтобы с нужного угла лететь. И... Так, вообще не долетели. Стой. Нет, ну как же так? Давайте первый попробуем тут сбить. Ага, с первой-то получилось. Ну что ж такое, со второй всегда проблемы какие-то. Давайте эту собьем. Так, не собьем, заново начнем. И теперь собьем, собьем, я сказала. Так, удар. Ну давай. Ура, получилось. Оп. Восстановили мы картинку, пошли уровень и переходим на следующий. Ага, тут вообще вон всех сразу надо. Пых. Ой, не вышло. Значит, надо, наверное, вот так вот. Оп. Оп. Эх, тоже не вышло. Ой, вообще перелет. Так. Ну вот, только одного задели, надо повыше взять. Так, ну что ж, прыгиваешь ты так. Вот опять перелет. Так. Прыг. Не отпрыгивай назад, глупая эта птица. Давайте так попробуем. Ура! Всех уничтожили, сама не поняла как. Мне что-то надо сделать. Ура! Это был специальный разряд, который делил птичек на двое. Оба. Нет, не катись назад только. Ой. Нет, не откатывайся только. Тихо, тихо, надо все аккуратно делать. Давай, давай, птичка, сможешь. Почти получилось. Ура! Прошли уровень. По-моему, осталось еще совсем чуть-чуть. Так, убираем этого. А, нет, нет, нет. Так, ладно, можно заново начать. Ну, что ж ты? Не откатывайся. Так, давайте, значит, сначала вот так попробуем. Не, я имела в виду в ту сторону. Так, значит, все-таки сначала надо как-то этого аккуратненько оттолкать. Нет, нет, не крутись. Так, сейчас мы его... потихоньку оттолкаем. Давай, еще чуть-чуть. Нет, нет, стой. Давай, давай. Ой, не в ту сторону. Нет, стой, стой, стой. Еще чуть-чуть осталось. Так, а теперь вот этих.
как так? Не вышло. Стой. Стой. Ну-ка еще чуть-чуть. Нет, 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 не катись. Давай. Ой, ну шутишь. Не мог упасть. Нет, нет, нет. Ну, а что так-то тут так же в прошлый раз все хорошо получилось? Отлично. Еще упадем. Упала на них, да что ж такое? Давай, падай. Так. Так. Нет, нет, стой. Стой. Давай же, это там начало правильно. Стой. Ура! Фуф. И, ух ты, и в какой тут портал надо? Ура! Ура! Сколько ж тут уровней-то? А тут что сделать надо? И? Что я с ним сделать тут смогу? Непонятно. Надо как-то в них ударить, так? Действительно. Ага, можно точно вот так попробовать их всех спихивать. Аккуратненько отталкивая их вниз. Главное, чтобы пуля наша не упала. Стой, стой, не откатывайся. Какие-то они тяжелые все. Попробуй еще спихни. О, пошел процесс. Откатывайтесь, откатывайтесь. Вот вы тяжелые. Подсказки. Ух ты. Вот косяк был. Дальше, давайте. Ой, тоже косяк был. Интересно, сколько здесь уровней? Ой. Так, давайте посмотрим, сколько их тут. Ага, еще 3 уровня осталось.
Так. Ну что ж, давайте пройдем все-таки их. Ну что ж ты так далеко-то? Давайте, давайте, прося. Нет, нет, ну не падай. Эх, долгий процесс. Когда надо их совсем по чуть-чуть подпихивать, чтобы самим очень далеко не отлетать, не падать в этот ров с водой. Оп, ой, 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 катимся, плохо катимся. Нет. Так. О, интересно, может вот так их? Ну-ка назад. Нет, так я думаю, мы укатимся как далеко. Так. Оп, двое готовы. Нет, один готов только. Стой, 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 птичка. Птичка, стой. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ой, нет, не катись. Нет, нет, нет. Фуф. Также инфаркт можно схватить. Нет, стой, стой, стой. Так. Давайте уже, падайте. Сколько можно? О, еще один. Осталось еще три. Мне больше нравятся варианты с порталами. Я прыгнул. Ой-ой, не откатывайся. Да упадите вы уже. Как клеем приклеенные, медом примазанные. Ну, о, ну конечно. Падай, падай. Ура! Прошли этот уровень за кучу-кучу времени, но прошли. Ага. Оп, одного уничтожили. Так, не поняла. Ага, поняла. Упс, не вышло, но... Так, один готов. Нет, что-то я не то сделала. Опять не то. Так. Один готов. А, ну, ну, почти. Не вышло. Ой. Как мы забавно сделали. Ну вот, опять чуть-чуть не хватило. Эх, только сказала, что мне порталы нравились. А тут такие порталы какие-то нехорошие. Ой, мимо. Как круто. Какая прелесть. Еще раз портал не упадешь? Так, что-то у меня это. Сосредотачиваемся. Слишком низко. Надо, чтобы у нас было три попытки. Слишком низко. Слишком мимо. Низко. Ой. О, одного убрали.
Нет, не падай. Ну не падай же. Совсем непослушная Гуля. Ну одного мы спокойно, по крайней мере, можем убрать. Вниз. Ну чтоб тебя. Давайте же, осталось всего ничего. Ну как же могло быть низко? Ну почему ж низко? Может и прям низко чуть-чуть. Но одного убрали. Так. Эх. Ну давай, ну пожалуйста. Опять слишком низко. Так, он доезжает максимум до сюда, ага. Ну что ж, давайте пробуем. Мимо пробуем, замечательно. Пройди же, это уже уровень. Обожаю. Обожаю. Да что ж ты мимо портала все прыгаешь? Ну? Печаль, беда. Давайте. Так. Ой. Ну. Не вышло, как всегда. Да как же из тебя вообще прыгнуть-то? Ничего себе был процесс. Так нечестно. Ну вот, почти же, почти. Ой, что-то у меня совсем не получается. Осталось всего два уровня. Но я надеюсь, вы меня простите. Вообще не получается что-то у меня в эти порталы залезть. И вам, наверное, надоело смотреть на одно и то же, на мои косяки. Прошу прощения.
И надеюсь, вам хоть как-то понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!